Добрый вечер, уважаемые зрители. Спасибо вам за ваши отзывы, комментарии. Я так понимаю, что тема самообороны для представителей силовых видов спорта нашла свою аудиторию, она интересна. Люди обсуждают, высказывают мнения, в том числе и критические, что у нас совершенно не возбраняется, если это в корректной форме сделано. Я сегодня как раз отвечу на наиболее развернутые критические письма. И дело в том, что больше всего откликов пришло вот на шестое видео по счету в плейлисте, где я обосновывал, что не нужно большинству людей, и это даже им во вред, ношение краткоствола, электрошокеров, травматов и тому подобных вещей. Вот. Ну, значит, гораздо проще поддерживать себя в определенных физических кондициях и, в общем-то, пробить двойку легче, чем научиться мгновенному извлечению оружия, его скрытому перед этим ношению, и т.д., и т.п., и не попасть в себя, и хладнокровно выстрелить в противника, не говоря обо всем остальном. Ну, возможно, человек не видел просто предыдущих видео, и вот он пишет. Хорошая физическая форма является надежным средством самообороны. Вопрос. Серьезно? Вам озвучить список профессиональных бойцов, которых зарезали на улице, как свиней, обычные бандиты. Ну, и далее здесь человек действительно хорошо потрудился. Вот, практически на два листа там перечень случаев, нашумевших там. Наших, зарубежных и так далее, когда действительно спортсмены гибли в перестрелках, там, при вооруженных ограблениях и так далее. Но, видимо, человек не очень понял, о чем я говорю. Я еще раз повторю, что мы рассматриваем случаи самообороны представителей силовых видов спорта преимущественно при уличных и бытовых случайных конфликтах. То есть не при противостоянии с вооруженными группировками там какие-то и еще чем-то. Если вам тема, кстати, интересна, подписывайтесь на канал, ставьте лайк или дизлайк, в зависимости от того, какое мнение у вас сложилось об увиденном. Ну, а я сейчас попробую всем все равно ответить более подробно. Ну, что тут сказать? Человек, опять же, пытается мне открыть глаза на то, что спортсмены гибли там при вооруженных конфликтах. Ну, извините, я 90-е годы пережил, и, в принципе, мне не надо там читать про зарубежных спортсменов. Ну, подумайте, какое число молодых, сильных, смелых, физически подготовленных людей погибло при различных разборках. Но это, опять же, и не только при разборках. Но это, опять же, не предмет нашего разговора. И я нигде не утверждал, что физическая подготовка дает гарантию выживания в любой совершенно ситуации. Я вот знаю вот только несколько случаев с теми людьми, которых я реально знал, с которыми я был знаком, которые были, в общем-то, и хорошо подготовлены, и имели определенные навыки, там, авторитет, положение и так далее в 90-е годы. Но когда залетают там два автоматчика в офис и просто разряжают каждый там по рожку во всех присутствующих, при том совершенно не в тех, в кого они собирались, ну, что в такой ситуации можно поделать? Или когда ждут там киллеры человека в кустах и расстреливают. Ну, опять же, мы не говорим об этих случаях. И что вы думаете, что абсолютно неподготовленный человек, если у него при себе есть даже там зарегистрированный пистолет, он сможет противостоять нападению киллеров, которые его ждут? Ну, вы тоже, как бы, все-таки постарайтесь услышать то, о чем я говорю, и зачем я это говорю. Ну, опять же,
Ну, вот, в частности, мои хорошие знакомые, они вообще случайно попали вот в такой замес. То есть там ситуация была такая, что тоже в конце 90-х. Они приехали к человеку в офис просто поговорить по работе. А его не было на месте, там созвонились. Тогда уже мобильные телефоны появились, это, ну, ближе к концу 90-х. Вот. Он говорит, я сейчас еду, подождите, посидите, чаю попейте. Вот. А у него там, видимо, были какие-то трения с какими-то серьезными людьми. И вот они сидели, вообще никакого отношения ни к там, к какому-то криминалу, ни к каким-то разборкам. То есть сидели, пили чай, то есть залетели автоматчики, то есть положили всех, ну, как выяснилось, потом, то есть не тех, кого собирались. Вот. И, ну и что, несмотря там на подготовку, даже если бы у них было какое-то оружие, ну в такой ситуации, что можно было в принципе предпринять? Вот, так что, ну вот это вот перечисление и вот эти вот аргументы я не принимаю, тем более, что физическая форма, она повышает. Я всегда говорю, что при уличных конфликтах нет абсолютной гарантии там безопасности и побед. Шансы повышаются, да, но никак не гарантия. Дальше вот некто Иван просто пишет. Конечно, ведь каждая жертва преступников хотела умереть, а не отправить нападавшего на кладбище. Нам же в стране нужны живые убийцы, разбойники и бандиты, а не их жертвы. Но тоже человек пребывает в какой-то, ну, параллельной реальности. Опять же, с чего вы взяли, что каждая жертва преступников вооруженных, ну, опять же, гипотетическая, я не рассматриваю такие, как бы, слишком общие ситуации. Вот ситуации, когда нападают с оружием, там, вот какие-то серьезные люди, я повторюсь, это, в общем, достаточно редкая ситуация. А вот когда там просто подвыпившие граждане, это совершенно другой вопрос. И если у вот такого подвыпившего гражданина, предположим, что у вас есть там короткоствол, и вы его даже сможете застрелить, это отнюдь не улучшит вам ваше положение, и вы, в общем-то, будете осуждены, скорее всего, за предумышленное убийство. И никакие варианты, что на вас напали, там еще что-то, они не пойдут. Потому что, вот, опять же, случай в Брянске, об этом тоже наглядно свидетельствует, что там шел человек убивать с ножом, собственно, вступился за женщину, которую он хотел убить. Ну, прохожий, покупатель в магазине, она работала продавщицей в магазине. И что вы думаете? Несмотря на то, что все там подтвердили, что этот человек, ну, с ножом постоянно бросался на людей там, и что он именно перед этим сказал, что он пойдет ее убивать. Вот, что он этого малого порезал. Там получилось так, что он схватился с ним, тот его несколько раз поранил ножом. Ну, к счастью, не сильно. А он его вот бил до тех пор, пока тот пытался его порезать. Ну и в конце концов, там человек тоже не совсем здоровый образ жизни вел, и в конце концов он склеил ласты. Так что вы думаете? То есть, несмотря на то, что этот человек был, и продавщица это подтвердила, что он ей спас жизнь, что тот неоднократно угрожал ее убивать. И свидетели были, что не он нападал. И даже родственники вот этого типа, они сказали, что так ему и надо, ближайшие родственники. Вот. Что вы думаете? То есть человек сначала год в СИЗО провел, потом там трижды возвращали дело, то есть трижды его присяжные оправдывали, что он невиновен, что он защищался. И трижды его все равно пытались посадить именно за умышленное убийство. То есть, опять же, я не говорю, что не надо защищаться или не надо там преграждать, если есть возможность предотвращать убийство, но вы просто должны понимать, что ну,
какой ситуации мы все находимся, и понимать последствия. Поэтому, ну, в этой ситуации просто вырубить человека и там отобрать у него нож, это было бы, если бы он это умел делать, вот, это было бы для него, ну, гораздо бы, ну, скажем, такой путь меньших потерь. Вот. Ну, а если человек вообще, вот сейчас мы к этому подойдем, насчет жертвы и всего прочего, да, получается так, что далеко не все люди даже, и если им дать оружие, они смогут себя защитить. Ну и вот тут самый такой, ну, самый жесткий комментарий. Автор только что отказал в праве на жизнь, здоровье и владение ценностям всем старикам. Далее, с аргументами о сложности тренировок с оружием, гражданин отказывает всем гражданам в праве оборонять себя и так далее. Ну, я здесь буду постепенно зачитывать. Ну, во-первых, давайте посмотрим на ситуацию здраво. Ну, как кодекс Бусидо гласит, люди не рождены равными. Даже пальцы на одной руке не рождены равными. То есть, значительная часть людей, если не больше, даже с оружием они не смогут ни защитить себя, ни предотвратить серьезное преступление. Это вопрос психологии, это вопрос подготовки. Я в других видео говорил, что люди зачастую, когда происходит что-то экстраординарное, они крикнуть не могут на помощь, на звук позвать. Они не могут объяснить, забывают адрес, в котором живут, если они пытаются вызвать там полицию или скорую помощь. А вы хотите, чтобы человек абсолютно неподготовленный, старый, там, больной, слабый, женщина и так далее, он достал пистолет и хладнокровно расстрелял нападавших. Ну не будет этого и не может быть этого. И такими случаями, в общем-то, таких людей должно защищать государство, его структуры. То есть, насколько эффективно они работают, ну, мы здесь оценок не даем в данном случае. Но вот по смыслу это должно быть так. То есть, вы должны понимать, что для того, чтобы себя защитить с оружием или без, нужно к этому готовиться. И очень многие люди, они даже по лицу человека не могут ударить. Там из, ну вот я даже могу сказать из своего опыта, там, даже когда человек там хорохорится, задирается и лезет в драку, там, из 10 человек, там, ну, получив отпор, только один там будет драться, там, 2 или 3 заплачут, скорее всего, там, один, если увидит, что у него нос разбит, или 2, они вообще в обморок сейчас упадут. Это вот та реальность, которая вот есть. А тут человек, он считает, что вот ему дадут оружие, и он там, значит, пиф-паф, но я не говорю уже про все то, что я говорил в других видео. Так. Легализация – это лицензионная продажа. Или ружьями сейчас. Неосторожное обращение с оружием и смерть в результате – это печальная и неизбежная судьба необученного бойца. Да не только необученного, но опять же, вот сейчас вы смотрели на этой неделе, там опять же, и там на прошлой неделе было несколько случаев, там и в тире мальчик там отца застрелил, потому что не посмотрел, куда он там пошел, и в ружейном магазине продавец, казалось бы, специалист по оружию, который там консультировал и так далее, взял, застрелился сам, и... Еще кто-то, опять же, подростки какие-то там с гранатой играли. И самое интересное, что там граната наступательная. Если бы у них еще оборонительная граната была, взорвалась, то там бы, наверное, все 4 полегли. А там, насколько я понял из сообщений, только один насмерть, остальные так покалечены. Если вы не знаете разницу между наступательными и оборонительными гранатами, то там поражающая способность совершенно разная. И наступательные, они, ну, гораздо более, если это можно сказать, в щадящем таком режиме работают. То есть, они рассчитаны на то, что при броске пехоты
Вот они перед собой бросают эти гранаты, закрывают там себя там оружием по возможности. И их должно вот это вот защитное снаряжение, ну, скажем так, предохранить. А если это оборонительные гранаты, в просторечии лимонка, то там выжить при достаточной близости к взрыву достаточно тяжело. Так, пьянка будет заканчиваться перестрелкой. При нашем темпераменте молодой человек, спасибо, что он меня почему-то молодым человеком именует, как будто не видно, что я не такой уж молодой. Значит, молодой человек, банальный фантазер, русофоб. Ребята, я не русофоб. Мне просто нет дела до того, что творится там где-то. Я живу вот здесь. Я прекрасно вижу, что вот я вечером иду после того, как закончились тренировки. Вот, и смотрю, что на улицах творится. И вот, да, вот трезвых людей на улице практически нет в нашем провинциальном городе. И только вот огнестрельного оружия не хватает. Поэтому, ну, что я здесь резюмирую. Я все-таки это скорее в подтверждение предыдущему видео, пояснение эти снял. Будут еще видео о том, как уменьшить возможные негативные юридические последствия каких-то уличных конфликтов. И еще много других вопросов, которые мне набросали, по которым я буду снимать видео. Спрашивайте, высказывайте мнение. Возможно, кому-то, чем-то мы поможем. Но все-таки я продолжаю утверждать, что гораздо легче приемлемый уровень спортивной формы поддерживать. А там, да, еще было такое, значит, тоже замечание, что всем пожилым людям, ну, ребята, я тоже, в принципе, пожилой человек, мне в следующем году 60 лет. Ну, как бы, опять же, при бытовом конфликте, я думаю, что я еще пока в состоянии, ну, скажем так, ну, 99,9% граждан, в общем, как бы поставить на место. Вот. Ну и как бы я еще раз вам говорил, что профессиональные бойцы не ходят, приключений не ищут. Вот. И в принципе, ну, это не надо опасаться профессионалов и серьезных людей в таких вещах. Ну, на этом на сегодня все. И так как бы немножко длинно получилось, может быть и путано. Ну, мы продолжаем тему разбирать, продолжаем делиться опытом каким-то своим жизненным и прочим. Вот. Пишите, всего вам доброго и старайтесь не попадать в такие ситуации.